каждый должен понимать, что автомастерство, оно должно быть естественным для каждого лидера. Почему? Наверняка многие, кто здесь присутствует, когда-то имели возможность работать, быть наемным сотрудником, правильно? Да, да. То есть, ну, есть у нас бухгалтера? Есть. Отчеты мы сдаем каждый раз? Каждый раз. Ну, не меняется, да? То есть, собственно, весь процесс идет постоянно. Прошел период, сдали отчет. Прошел период, сдали отчет. Так почему же, когда человек приходит сюда в Атоме, он считает, что мастерство делать нужно через полгода, через 3 месяца, через год, возможно, через 3 года? Мастерство – это та же самая работа, кропотливая, порой сложная, но жизненно важная для жизни вашей команды, для жизни вашей структуры. С чего нужно начинать? Первое. Когда вы пришли, вы приняли какое-то решение, да, сотрудничать с компанией, быть просто спикером поначалу, быть организатором, лектором, но в любом случае вести какую-то деятельность, да, совместно с компанией. Так вот, в этот момент вы должны определиться, кто вы, что вы и для чего вы здесь. Не просто потому, что я хочу выступить, не просто потому, что я хочу где-то поучаствовать. Да, возможно, это первые шаги. Но ведь потом вы все равно задаете свой вопрос. Почему? Потому что каждый ваш шаг, вообще все, что вы сегодня не делаете, если вы присутствуете здесь сегодня, это что? Это инвестиция. И нужно задать вопрос, во что? Ваше будущее, ваши знания. Если вы приобретаете себе платочек, это инвестиция. Если вы покупаете сигареты, это инвестиция. Во что? Заболевание легких. Если вы тратите деньги на обучение, во что? Для того, чтобы саморазвиваться, для того, чтобы как личность развиваться. Так вот, лидер, он не просто должен, он обязан, так как он ведет за собой, он должен постоянно развиваться. И это первое, что нужно сделать для себя. MLM-бизнес, он подразумевает тот факт, что вы все время общаетесь, вы все время находитесь на виду, вы все время с кем-то контактируете. И от того, как вы себя позиционируете, вот на это идут люди. Когда мне задают вопрос, почему у меня не получается? Почему вот я ей доказываю, я ей говорю, а она меня не слушает. Так задайте вопрос, а вы вообще для себя, для начала, выбрали ли клиента? Вот вы когда начали работать, вы понимаете, да, кто ваш клиент? Вы создали его в своей голове? Нет, да? Ну вот кто-то это делал изначально. Вот когда я пришла, допустим, да, я уже четко понимала, кто мой клиент. Кто мой партнер? Это второй же вопрос. Нужно сделать это первым шагом. Обозначить для себя, кто мой клиент. Какой возрастной группы? Какого финансового достатка? Кто он такой? Для чего? Для того, чтобы вы не кидались на каждого мимо проходящего человека. Нужно провести мониторинг. То есть вы никогда не поставите перед собой цель «мой клиент, вот миллиардер такой-то», да? Потому что вы до него не дотянетесь. И даже если вы встретите, вы не сможете ему донести ту информацию, которую вы хотите донести. Вы говорите на разных языках. Поэтому для начала себе нужно обозначить, кто мой клиент. Далее нужно обозначить, кто мой партнер, чтобы не кидаться на каждого. И я все же приветствую тот факт, что мы не можем, я уже говорила об этом в Зуме, да, мы не можем называть свою деятельность бизнесом, если вы в эту деятельность, в свое детище не инвестируете ничего. Это не бизнес, это просто ваше участие. Это может быть какое-то развлечение, но это не бизнес. Бизнес – это про партнерство, бизнес – это про инвестиции. И когда вы не знаете, с кем вы хотите вместе идти, да, вы не сможете построить команду, вы не сможете построить структуру. Почему я это говорю? Потому что еще 7 месяцев назад
вот на этом же собрании, на этом же обучении мы с Джунсон находились вдвоем, вот там вот на последнем, за последним столом. Сейчас, если вот так вот посмотреть, ну кто-то знает, кто-то не знает. Я попрошу подняться стол моих лидеров. Поднимитесь, пожалуйста, все. Поднимитесь сюда. Поднимайтесь, Ольга Николаевна, не стесняйтесь. Вот сейчас, учитывая тот факт, что 7 месяцев назад я начала работать, у меня 2 бриллианта и остальные мастера продаж. Я четко знаю, кто и когда я хочу видеть его с собой. Вот здесь посмотрите, да, люди, которые ведь абсолютно разные, да, у нас даже есть преподаватель очень известного университета, который когда-то обучал мистера Шина. Я об этом не знала, правда, это узналось абсолютно случайно. Но это было заложено в мой жизненный сценарий. Садитесь, спасибо большое. Это было заложено в мой жизненный сценарий. То есть я уже прописала в жизненном сценарии, какого партнера я хочу видеть. Я думаю, что когда вы пишете, я правда писала, я писала, что я хочу видеть ректоров, профессоров МГУ, потому что у меня там учится дочь. Но я не понимала, как я буду с ними общаться. Я не знала, с какого боку подступиться. Но я уже понимала, я хочу видеть их в качестве партнера. Почему? Потому что это готовые спикеры. Понимаете, это спикеры на 1000% круче всех нас вместе взятых. Потому что они всю свою жизнь только этим и занимаются. Выберите своего партнера, нарисуйте его, приготовьте себя для него. Потому что когда он придет, вы должны соответствовать. Когда приходит к вам партнер, нельзя резать ему крылышки. Он пришел, не равняйте его под себя. Потому что вы – это индивидуум, это личность. Он точно такая же личность. Только найдите в нем те качества, которые позволят развиваться в вашей команде, в вашей структуре. Если взять мою команду, один на другого вообще абсолютно не похожи. То есть каждый очень сильно отличается, но при этом моя задача как лидера – помогать собрать эту команду. То есть помочь не стать одним целым и вот за одного, да, а помочь объединить команду и работать вместе. Когда вы поймете, что такое партнер, какой он должен быть, каким вы его хотите видеть, ваша задача – начать не только самому обучаться, но и обучать свою команду. Причем обучать команду нужно, я думаю, что если вы уточните, спросите у моих партнеров, мы никогда никого никуда не заставляем ходить и никогда не заставляем что-либо делать. Это происходит очень естественно, само собой. Обучение должно присутствовать почти постоянно. И начинать нужно с самых элементарных вещей. Если спросить каждого моего партнера, то он является поклонником или поклонницей продукции. Потому что Атоми – это продукт в первую очередь. И только тогда, когда ваш человек является постоянным потребителем и ему реально нравится, он будет для вас качественным партнером. С чего мы начинаем? Когда приходит первый новичок, это уже получается интуитивно, это получается уже на автомате, мы начинаем новичка обучать тому, как складывать степы. Это первое, что нужно учиться делать. И никогда ни в коем случае не обрезать ему крылышки, не говорить о том, что тебе достаточно сейчас 300 тысяч PV. Я знаю, что много там кто делает. На самом деле вы не понимаете финансовой возможности и емкости вашего человека. Да? Это нужно обладать даром предвидения, и ту пару можешь ошибаться. Вы должны дать возможность человеку понять, что есть еще и 700, и 1,5, и 2 миллиона 400. Поэтому я есть такой партнер у Джунсун, потому что Джунсун никогда не говорила мне о том, что есть какой-то лимит. Вот он есть 2 миллиона 400, все. И эти 2 миллиона 400 я сделала за полгода. Понимаете, да? Почему? Почему я это делаю? Если вы начинаете работать, вы же ведь должны полностью понимать, что из себя представляет продукция Атоми. А как вы это будете понимать? Все на самом деле очень взаимосвязано, потому что если я могу объяснить любой продукции, проконсультировать и помочь клиенту выбрать, то это только потому, что этот продукт есть у меня дома. Даже если его нет на сайте, на российском,
но есть на корейском, он все равно будет у меня дома. Потому что мне нужно это понимать. Задача лидера – узнать ассортимент товара прямо досконально, до ингредиентов, компонентов. Тогда вы будете являться специалистом. Как только вы озвучили своему партнеру, своему клиенту, я не знаю, подожди, вот сейчас мой лидер тебе расскажет. Вы собственноручно рушите свой статус и свою значимость для этого человека. Снимая с себя якобы ответственность, вы просто-напросто уходите от ответа, потому что вы этого не знаете. Нужно исправлять это. Когда, причем вы желательно должны отвечать на этот вопрос, независимо от того, кто его задал. Врач, гомеопат, фармацевт или просто потребитель. Это необходимо. Это называется профессионализмом. И вот тогда, когда вы знаете ассортимент, ваши партнеры будут знать его еще лучше. Потому что они будут вам задавать вопросы, да, и вы вместе с этим постоянно подтверждаете и увеличиваете свое мастерство. И люди, которые рядом с вами, вот если нашу искру поднять сейчас, да, задать ей вопрос, сколько пиви стоит такой-то товар, она закрытыми глазами вам сразу ответит. Я не знаю цен, потому что я не продаю товары, но приблизительно, да, то, что вот часто берем, понимаем. Искра точно знает, потому что все заучено. Человеку больше 60 лет. И когда ко мне подходит и говорит, я уже на пенсии, мне уже никак вообще это не светит. Это на самом деле все отговорки. Это просто, как бы, знаете, нашему мозгу, да, важно что? Сохранить жизнь. То, что вы хотите обучаться, это не про сохранение жизни. Это про обучение, это про достижение. Но это не совсем нужно. Поэтому всегда очень лениво это делать. Вот здесь в этом случае, конечно же, потом может сказываться, потому что каждый партнер, он очень сильно автоматически дублицирует. Почему еще у вас должна быть продукция, как у лидера, вся продукция по возможности? Потому что с этого начинается ваш бизнес. С этого начинается ваш мастер-класс. Мы как раз стояли, разговаривали, как мы проводим с девочками мастер-класс. Мне казалось, это естественно, что все так, скорее всего, делают. Оказалось, не все, в большинстве своем многие так не делают. Но это на самом деле очень важно. Нельзя поставить один продукт и попытаться провести качественный мастер-класс. Вы должны стать специалистом. Почему желательно? Вот здесь у нас стол, да? Когда у нас проходит мастер-класс в моей команде, во-первых, как я и говорила, все мастер-классы проходят у нас под запись, строго под запись. Даже если день пустой, все равно под запись. Это означает, что вы цените свое время и время вашего клиента. Во-вторых, на мастер-классе присутствует не более 3 человек, потому что мастера, которые, бриллианты сделали в первый раз, не смогут провести качественный мастер-класс, когда присутствует больше 3 человек. Это на опыте. Вот вы можете даже спорить, но это на опыте так. КПД будет низкий. Мы проводим большие мастер-классы на 10-15 человек, один раз в неделю, выездные. В центре Москвы есть студия красоты. Но туда едет только несколько человек, которые могут осилить такую публику. Потому что наша задача не в хаосе кому-то чего-то намазать, да, а качественно провести мастер-класс, то есть подать информацию. И в моей команде не разрешается приходить и использовать свои руки для нанесения, для ухода, для оказания услуги. Мы не оказываем услугу. Мы не косметологи, мы не массажисты. И, в принципе, наша деятельность юридически не подразумевает оказание услуги. Вы – ведущие, лекторы, спикеры. Как только вы подошли к лицу и начали что-то делать, вы автоматически снижаете свой статус до оказания услуги. Далее вас слушать уже не буду. Один человек – не страшно. 2 человека – тоже не сильно страшно. Но смотрите далеко вперед на будущее. Когда у вас 5 человек аудитория, да, крайне редко, когда и то в качестве исключения это может сделать Джунсун, потому что Джунсун у нас специалист по коже, и очень редко. Мы это объясняем, я это рассказываю, но, знаете, мы наносим иногда бывает только маски из ивнинга, потому что они очень сложные, когда человек первый раз, он не понимает там что, куда, и в общем иногда вообще вот так вот разносит. И такое тоже бывало. Но ваша задача быть в центре стола,
быть в центре вот этой компании и позволить донести качественную информацию, важную информацию. Вот тогда КПД у вас будет высокий. КПД — это когда у вас после вашей лекции прошел товарооборот, качественный товарооборот. Не просто все скупили, как на базаре, да, а качественный товарооборот. То есть человек купил только то, что ему реально нужно, и он во второй раз к вам придет, потому что он стал уже по-настоящему вашим постоянным клиентом. Наши мастер-классы сейчас уже проходят на сумму порядка 100-150 тысяч рублей при наличии 8 человек. Я считаю, что это очень хороший КПД. Поэтому и это позволяет действительно выходить на автомастерство. Я не говорю про то мастерство, когда реально нужно вложить деньги, выйти в статус, потому что у тебя огромная команда, да? Такое имеет место быть, но это не частый вариант. То есть это экстренный какой-то случай. На будущее, чтобы вам стабильно двигаться, да так же, как и нам сейчас, автомастерство подразумевает качественную работу постоянно, все время. Поэтому мы начинаем с мастер-классов, а заканчиваем уже далее обучение. Что такое мастер продаж? Да, ну да, это понятно. По маркетинг-плану есть регламент. А вообще, что такое мастер продаж? Который хорошо продает, мастер продаж. Да. Мастер своего дела. То есть на самом деле это человек, который себя правильно, грамотно позиционирует, представляет, качественно проводит товарооборот. Правильно? Ну это же не совсем про самовыкупы. Один раз, да, возможно, но не постоянно. Ваша задача научиться быть... Почему знаете, вот образовательным центром, ну сейчас уже не говорят образовательный центр, говорят центр АТОМИ. Почему центр АТОМИ разрешают открыть только тогда, когда вы трижды сделали статус мастера продаж? Почему? Опыт есть уже. Потому что за три раза вы элементарно научитесь складывать степы. Правда? Бывают такие случаи, когда на третий раз мастер продаж все равно путается. Когда вы в третий раз мастер продаж, вы уже понимаете и ассортимент, у вас есть готовая команда, да, небольшая, но команда. Это ваш товарооборот. И когда вы открываете образовательный центр в данном статусе, вы уже понимаете, как и чему обучать. Поэтому, когда говорят, что человек сделал бриллианта, да, и в принципе готов открывать, я вам даже скажу, бриллианта, чтобы понять, как делать, нужно сделать минимум три раза. Минимум. Вот у меня в этот раз был третий бриллиант. И он был абсолютно спокойный, легкий, ну, не считая последних трех дней, когда там отказались два мастера продажи идти с нами. Но ничего страшного, и такое тоже бывает. Это был совсем другой бриллиант. Когда я выйду на Шарона, это будет очень скоро, это будет очень сложный период, потому что первый. Но последующие несколько раз, я ведь, знаете, я считаю, что, скорее всего, в скором будущем у нас бриллианты, возможно, придется подтверждать трижды, чтобы выходить на Шарону. То есть, ну, понимаете, да, все равно идет динамика, людей прибавляется, очень много партнеров прибавляется. И поэтому, возможно, скоро что-то будет меняться. Ведь раньше и Шарона тоже три раза не подтверждали, а сейчас уже есть необходимость. Поэтому автомастерство, оно еще же ведь и дает, знаете, постоянный доход. То есть, вот сейчас есть кто у нас полумастера один раз сделал? Есть, да? Один человек. А кто вообще мастерства не имеет? Есть. Вот скажите, вам тяжело сейчас на мастерство решиться? Конечно. Конечно? Конечно. Конечно. Полумастер, когда ты делаешь третий раз, четвертый раз мастера продаж, и когда у тебя, ну вот у меня, ну, достаточно серьезный перевес, то есть у меня степы складываются 3 миллиона 300 тысяч, 6 миллионов 700 тысяч, вот так вот. И понимаете, для меня уже баллы – это вообще ничто. Ну, то есть полумастер, ну, это вообще ни о чем. Полумастера я сделаю за один день. Но к этому ты приходишь тогда, когда ты регулярно идешь на мастерство. Не останавливайте себя, не ставьте себе блоки. То, что вы сейчас считаете, что это сложно, это только ваши установки.
ваша финансовая емкость, ваши блоки. Вы не хотите заработать 30 тысяч рублей за 5, грубо говоря, дней. Вы просто себя блокируете. И задайте теперь вопрос, почему? Я считаю, что человек, пришедший сюда с определенным опытом в продажах, он может делать мастера продаж уже сразу. И моя уверенность в этом подтверждается моими партнерами, на самом деле. Поэтому не ставьте, не блокируйте для себя этот небольшой доход, потому что вас ждет гораздо больше. Вы действительно, вот сейчас задали вопрос, Юрий задавал вопрос касательно жизненного сценария. Да? У меня был дичайший опыт недавно. Сегодня вот на этом опыте Олеся Ягофарова, она же там, да? Да. Я могу читать лекции на большую аудиторию абсолютно спокойно, меня не смущает вообще в принципе ничто практически, но, как оказалось, я дико боюсь камеры. Причем, когда ты один на один с камерой, понимаете, я бы, наверное, туда не пошла, потому что, ну, нет в этом необходимости пока. Но когда ты лидер, ты должен показывать пример своим партнерам. Когда мы начали 7 месяцев назад, мои партнеры говорили, я им предлагаю выйти на сцену, они мне говорят, ой, уйди. А сейчас, вчера 3 человека стояли лекторов моих, сегодня 3 человека моя команда. Понимаете? И эти люди постоянно совершенствуются. Вчера Искра вышла, рассказала лекцию. Да, у нее были бумажки, там, ну, как бы, да, помочь себе. Но уже ведь есть прогресс, она уже говорит о цифрах. Это реальные изменения. Светлана как сильно меняется. Более того, так как я считаю, что каждый мой лидер должен быть качественным спикером, ко мне приходят уже готовые спикеры, как Елена Воробьева. И много на самом деле людей, сегодня они просто отсутствуют. Поэтому ставьте перед собой цель. Почему Юрий говорит про жизненный сценарий? На самом деле все там достаточно просто. В моем жизненном сценарии было написано месяц назад, что я обязательно снимаюсь в виде съемки, даю интервью или же записываю ролик о себе. И когда месяц стал подходить к окончанию, я понимаю, что у меня вот именно в этой части затык. Вот все остальное сделал, и только вот эта вот штука такая, она меня как бы тянет назад. Собралась смелость, да, пошла. Но когда ты идешь, и у тебя внутри переживание, страх, всегда получается какая-то ерунда. Я пришла, и мой текст весь переписали. Причем переписали с грамматическими ошибками. А когда ты его не успел почитать, и ты только на суфлёре, а у меня еще минус полтора, ну да я, допустим, Нону сейчас вижу плохо, а камера стоит вот как бы, да, и тебе ведь нужно усуметь еще. Камера находится в середине суфлёра, ее почти не видно. Твоя задача читать, нельзя говорить своими словами, запрещается. Нужно прочитать тот текст, который тебе приготовил продюсер. А я не вижу запятой в предложении. И точки нет. Вы понимаете, вы говорите, вы не понимаете, где вам какой вот акцент ставить, на чем, да? И самое главное, твои глаза постоянно должны быть в середине, в камере. Как только ты пропустил текст, он прошел наверх. Видно, что ты читаешь. Мы записывали это видео 2 часа. Я думала, Олеся тоже 2 часа. Думала, подольше, наверное, сегодня тоже учили. Здесь. До меня девушка сидела 4 с лишним часа, записывалась. Ну, чтобы вы понимали, ролик на 10 минут. У меня 2 ролика. Понимаете, да? То есть это вызов себе, да. Вот, понятно, 18 лет я бы пошла и это сделала, ну и как бы все было бы просто. А сейчас 40, и ты думаешь, господи, а тут еще эта лампа стоит, понимаете, и она жжется. И жжет она тебе прямо вот сюда в лицо, а здесь еще одна лампа, и тоже жжется, и вся твоя спина уже мокрая, а шевелиться нельзя, потому что тебе волосы вот поправили, положили вот так. Руки не поднимай, не двигайся, не шевелись, и так 2 с лишним часа. Это дичайший опыт, но после него уже практически ничего не страшно. Поэтому, когда мне говорят 300 тысяч баллов собрать, господи, вот 2 минуты, и мы вам сделаем. Потому что вы постоянно должны идти в сторону своего страха, который вас блокирует. Сейчас я могу сказать, что автомастерство, я могу похвалиться, да, почему? Потому что вот сейчас в этом месяце на автомастерство у меня выходят еще 3 человека, 3 моих партнера. И я безгранично этому рада. Почему? Потому что это результат.
Это крутой результат. Это их заслуженная работа. А моя задача как лидера не с палочкой стоять и погонять их сзади, да, а показать им пример. Возможно, даже сделать то, чтобы они смотрели. Ну, Светлана мне Цой говорит: ой, ты мне про видео вообще ничего не говори. Но это сейчас так. Через месяц подождите, и она тоже туда же пойдет, тихонечко, аккуратненько. И это заставляет команду расти. Что касается автомастерства, то здесь лишь ваш доход. Хотите вы постоянный доход? Он к вам придет, значит, нужно делать мастерство, не останавливаясь, не ждать, когда появится командное мастерство, не ждать, когда Юрий скажет. Юрий говорит, не говорит, нам вообще все равно. Мы почти постоянно идем, каждый месяц. Единственный месяц, когда мы пропустили, был май. Мы тогда просто выдохлись, потому что команде нужно было обучаться. И весь месяц мы обучались. Мы пропустили этот месяц, но потом сильно пожалели. Дальше мы идем все время, постоянно. Но должен быть порядок мастерства. Нужно обязательно расписать, запланировать, когда, кто, в какой очередности идет. В таком случае команде будет гораздо проще, гораздо легче.